Всем тихой ночи. Недавно я решил посмотреть, какой же объект из новых на сайте SCP набирает больше всего голосов, и увидел, что это объект SCP-6634, и на странице этого объекта вместо текста загружается игра. Так что это видео будет и чтением объекта, и летсплеем одновременно. Кстати, у меня тоже есть подобная игра, и пользуясь случаем, я оставлю ссылку на свою игру в описании. О найденных багах, кстати, можете сообщать прямо в комментариях. Итак, начнем. Проснуться. Привет, привет, как слышно? Агент Чен. Доктор Сангера, ответьте. Доктор Сангера, подождите. Уф, моя голова. Кто-то из вас может добраться до своей радиостанции? Доктор Сангера шарится в поисках своих радио и сумки. Доктор, я тут. Командир Оквилл. Вы в западне? Можете встать? Доктор, нет, нет, я в порядке. Подождите, что случилось? Командир, в пещере на вашем маршруте случился завал. Мы точно не знаем, что случилось, но мы работаем над этим. Доктор, Чен, а вы Чен? Боже. Командир, Чен в западне? Доктор, он. Он мертв. Командир, нужно проверить его пульс. Если получится его реанимировать, мы сможем вытащить вас обоих в течение часа. Доктор, его... Он мертв. Раздавлен. Командир. Ладно. Командир Оквилл вздыхает. Командир. Индира, вам нужно переместить Чена от входа в пещеру. Не стойте под ним. Скоро прибудет команда для раскопок. Мы не хотим, чтобы на вас все попадало. Доктор. Хорошо, хорошо. Он тяжелее, чем я ожидала. Я тебе говорила, что пока не нужно расслабляться. Это всего вторая экспедиция. Командир. Грунт более нестабильный, чем ожидалось. Доктор, и это все, что тебе есть сказать? Командир. Сейчас не время припираться. Доктор. Верно. Командир. Нам нужно начать раскопки. Доктор, что насчет Чена? Командир. Оставь его тело, где оно есть. Мы его подберем. Найди себе место для лагеря и займись чем-нибудь. Доктор. Отлично. Командир. Мы доберемся к тебе в течение часа. Так, в рюкзаке фонарик, еще какой-то мешочек и документы по объекту. Почитаем, с чем мы имеем дело. Объект. SCP-6634. Класс объекта. Евклид. Процедуры перед постановкой на содержание. Временно пробуренная точка входа рядом с верхней частью пещеры Михуана будет использоваться для доступа внутрь, пока будут идти исследования. Требуется полное обеззараживание всех индивидов, выходящих из пещеры, чтобы предотвратить возможное распространение SCP-6634 за пределы пещеры Михуаны. Возможны аномальные свойства пещеры Михуаны. SCP-6634, внутренние экосистемы, на данный момент изучаются. Для здоровых индивидов оборудование для поддержания жизни внутри пещеры не требуется. Ввиду минимального риска и пригодной для дыхания атмосферы, достаточно малой группы с минимальным оборудованием. SCP-6634 – это быстрорастущая, похожая на черную шерсть водоросль, которая растет на дне соленых озер в пещере Мианхуа, запечатанной подземной полости, обнаруженной примерно в 29 метрах под поверхностью в провинции Юнан, Китай. Процесс получения энергии объектом пока не раскрыт, но в его результате образуются кетоны, метан и кислород. Содержание кислорода и метана в пещере повышено по сравнению с атмосферой, но остается безопасным для дыхания. SCP-6634 адаптировался для клеточного дыхания с участием нескольких кетонов и не потребляет глюкозу. Его клетки напоминают водоросли рода эндогениевых, но не содержат хлоропластов. Клетки SCP-6635 содержат аутапоморфные органеллы, напоминающие клетки грибневиков. Эта форма автотрофии создала экосистему, целиком состоящую из хищников. SCP-6634 и вся поддерживаемая им жизнь в экосистеме эндемическая для пещеры. На данный момент было описано 7 видов, включая сам объект. Ни один из них, кроме объекта, не оказался аномальным. Все описанные виды питаются исключительно кетонами и производят глюкозу для клеточного дыхания через глюконеогенез, что типично для хищников. Все виды происходят от морских существ, отделившихся от своих прародителей 485-462 миллиона лет назад. На данный момент считается, что пещера была запечатана в ордове в Ордовикском периоде, нижнем либо среднем. Описанные виды. Морские лилии. Чайная лилия. Вид адаптировавшегося к жизни на суше морской лилии. Лепестки ее короны сходятся в прочную чашу, приспособленную для сбора воды, падающей со сталактитов. Также она потребляет отходы жизнедеятельности симбиотов вида пикая, которые живут в чаше. Они размножаются через споры, которые срастаются с личинками симбиотов пикая и собирают влагу из воздуха. Когда вода собирается в виде росы на поверхностях, личинки выскальзывают и закрепляются на полу, после
чего споры прорастают. Крабовидная морская лилия – вид морской лилии, эволюционировавший в подобие корзинки, напоминающий ловушку для рыб или крабов. Большая часть питательных веществ получает путем фильтрации. Иногда внутрь заплывает дрейфующий червь и оказывается в ловушке. Предполагается, что когда его тело разлагается, он становится дополнительным источником полезных веществ для морской лилии. Других существ подходящего размера, которые бы могли быть таким образом пойманы, в экосистеме не наблюдается. Черви. Червь Вейнера – кишечно-дышащий полухордовый паразит. Большая часть его тела сжалась и представляет собой рудимент, содержащий внутренние органы. Его тонкий хоботок имеет V-образный наконечник на конце и используется, чтобы забираться на стебель и чашу морской лилии. Пораженная червем лилия не может больше сосуществовать со своим обычным симбиотом. Почему, так неизвестно. Дрейфующий червь. Дрейфующий кишечно-дышащий полухордовый, который эволюционировал конвергентно стрекающим, что заметно в дрейфующем образе жизни и в наличии стрекающих клеток. Дрейфующий червь развил у себя сифон в нижней части тела, который используется для перемещения. Хордовые. Чашечная пикая. Маленькое стеблево-хордовое животное, которое живет симбиотически с наземным вариантом морской лилии. Он живет только в чаше указанного вида. Пока не ясно, что пикая получает от такого сожительства. В каждой чаше может жить до 3 пикая. Все стеблево-хордовые эндемичны для пещеры Мианхуа и принадлежат к отряду пикаеобразных. Таксону, который также включает такой вид из среднего кембрия, как пикая стройная. Виды в этом отряде называются пикаиды. Костно-буквенная пикая. Стеблево-хордовое животное более длинное, чем обычные бесчерепные существа. Этот вид имеет острые, как ножи, хоботки, которые используют, чтобы вытаскивать остатки еды из крабовидной морской лилии. Длина головохорда превосходит все известные образцы у ныне живущих головохордах, достигая 7 сантиметров. Ну вот и все ребята, которые тут обитают. Ничего сильно опасного. Поглядим, что там в озере. Доктор Сангера. Не очень-то хорошее место, чтобы прилечь. Но мы пока посмотрим на живность местную. Персонаж повторяет информацию, которую мы только что прочитали. Вот они, как говорится, слева направо плавают туда-сюда. Живут. А вот и та самая наземная лилия. Сейчас, значит, надо найти укрытие. Вот тут пещера какая-то. Доктор Сангера. Сухо, относительно безопасно, ровно. Похоже, достаточно хорошее место. Я разобью лагерь тут. Может, скажете, сколько это все займет? Командир Куил. Нашли место для отдыха? Доктор. Да. Командир. Вы проведете там внизу несколько дольше, чем ожидалось. Команда раскопок хочет убедиться, что вся пещера не обрушится прямо на вас. Доктор. Ладно. Как долго? Командир. У вас есть еще приманка? Доктор. Я бы предпочла услышать ответ на свой вопрос. Но да. Командир. Держите ее подальше от дикой живности. Она не очень вкусная, но съедобная. Доктор. А где взять воду? Командир. А там внизу озеро, нет? Доктор. В нем соленая вода. Вы не читали, что я написала перед тем, как сокращать меры безопасности в этой экспедиции? Командир. Не драматизируйте, у вас бутылка воды. Это займет не больше пары дней. Доктор. Командир. Я буду на связи все время. Батарея должна продержаться неделю. Вам нужно отдохнуть немного. Это поможет убить время. Доктор. Думаю, я могу дать глазам немного отдыха. День первый. 14:00. Доктор. Райан, есть прогресс? Командир. Все еще изучаем. Мы получили радар для сканирования грунта. Доктор. Ох, окей. Бутылка наполовину пуста. Пессимистично. Ну, посмотрим, что еще есть в пещере. Труп на месте, растение на месте. Доктор. Это... Доктор Сангера пробует воду с дна морской лилии. Доктор. Ох, ну конечно. Оквилл, чайные лилии. Они не совсем водонепроницаемы. Командир. Так. Доктор. Я не верю, что упустил этот момент. Я думаю, они фильтруют воду. Они собирают микробов с потолка, которых едят пикаи. Вот что пикаи получают от симбиоза. Командир. Ага, да, круто. Данные документы обновились, а саму эту лилию можно подобрать. Жидкость осталась в чаше растения, а еще оттуда вылез паразит. Доктор. Уф, отвратительно. Хм, не того он цвета, что ожидалось. Лучше сделать фото. Так, а в инвентаре можно объединить эту лилию и бутылку. Доктор. Это решает проблему. Больше не надо беспокоиться о воде. Командир. Что происходит? Доктор. Я использую одну из чайных лилий как фильтр. Командир. Это точно безопасно? Доктор. Не ты ли говорил не драматизировать по поводу безопасности? Командир. Ладно, ладно. Ну, вроде больше ничего тут сделать нельзя. Пора спать. Доктор. Я иду в кровать. Надеюсь, получится поспать. Командир. Хорошо. Отдохни. К утру у нас будет больше новостей. День 2, 7 часов утра. Командир. Индира, ты проснулась? Доктор. Уф, да, моя шея. Командир. Мы можем уверенно говорить, что мы вытащим тебя 24 числа. Доктор. Еще 2 дня? Командир. Ты должна продержаться. Поглядим, что происходит в пещере. А в пещере пропал труп и появились какие-то новые существа. Доктор. Что за херня? Уквилл, тело пропало. Я не знаю, куда оно делось. Командир. Что?
Может, Чен не умер? Доктор, я не знаю, он просто пропал. Я думаю, что ты его утащила. Хм, тут что-то новое. Командир. Новый вид? Доктор. Да, они пришли за паразитом, выпавшим из чайной лилии, которую я сломала. Я знаю, эндемические виды, возможно, распробовали друг друга. Это может быть эффективнее для приманивания, чем использовать приманку, что я принесла. Командир. Ты, главное, не добавь чего-нибудь в список вымерших. Доктор. Уквилл. Мы же не нашли никаких членистоногих в ходе нашего последнего осмотра. Командир. Нет. Доктор. Ну, я нашла одного. Маленький. Он наземный. Я думаю, это динокарид. Командир. Динокарид? Доктор. У него есть жевалые сегменты. Похож на представителя хурдиидов. Выглядит почти как изопод. Командир. Ну, запиши, что можешь об этой штуке. И это существо можно подобрать. А еще о нем в файле объекта появилась запись. Почитаем. Динокарид броненосец. Маленькая наземная членистоногая. Этот вид – это первый пример динокарида, обнаруженный в пещере Мянхуа. Конечности и шипы в передней части существа намекают на его происхождение из семейства хурдиидов. Верхний ряд крылеподобных отростков и передние придатки уменьшены. Нижние сегменты переходят в 12 конечностей. Этот вид напоминает наземных изоподов, а также подобным им образом умеет сворачиваться в шаровидную форму. Предположительно, имеет сходную биологическую роль. Зверушку этого можно бросить в воду в качестве приманки. А вот пикаю поймать нельзя, она слишком быстрая. Зато можно схватить дрейфующего червя. Доктор, вот дерьмо. Да, верно, жало. Хм, после того, как я извлекла его из воды, он больше не жалит. Отличается от стрекающих в итоге. И труп этого червя можно обратно в воду бросить. Ну и на землю он тоже кладется. Вот, разложили трупики животных, можно и спать. Доктор, эти вылазки меня нервируют. Что бы ни забрало Чена, оно где-то тут. И ничего не поделать. Я буду сидеть тут и следить за входом. Командир, это животное. Оно, возможно, более напугано тобой, чем ты им. Доктор, ой, заткнись, Уквилл. День 2, 14 часов. Доктор, начинаю скучать от сидения тут. Можно и рискнуть. Командир, ну, постарайся быть в безопасности. О, тут какой-то целый скорпион вылез. Доктор, что-то новое. Это мечехвост? Командир, мечехвост? Доктор, хм, нет. Ой, я думаю, это рак и скорпион. Командир, морской скорпион? Доктор, да, ох, вау. Я типа как вижу, как воздух движется через жабры, как будто вижу сквозь них. Мне кажется, он продувает воздух через свои жабры. Командир, причудливо. Так, и про эту зверушку тоже добавлены данные. Посмотрим. Треснувший ракоскорпион. Наземный вид ракоскорпиона. С большими ракоподобными клешнями. Для открытия панцирей добычи. Этот вид относительно мал и адаптировался к жизни на земле. Его первые жабры изначально использовались для дыхания под водой и стали рудиментом. Вторые жабры для дыхания воздухом. Стали больше и теперь защищены особыми лопастями, сросшимися таким образом, чтобы сохранять влагу и постоянно накачивать свежий воздух. Существу такое движение необходимо постоянно, как и высокое содержание кислорода в атмосфере пещеры. Поймать это животное нельзя, слишком большое. А вот на дохлого червя набежали уже известные жуки. Посмотрим, что в воде. А в воде какие-то новые ребята. Доктор, как это? Что за? Откуда они пришли? Командир, что происходит? Доктор, какой-то колониальный организм. Он никак бы не спрятался в водорослях. Он плавает. Командир, может, он из водопада? Доктор, водопад состоит из конденсата. Там нет источника воды. Эта штука выглядит мягкотелой. Похож типа на ортограпта. Здесь я еще сильнее запуталась. Вы не нашли ничего особенного на радарах? Еще пещеру? Командир, нет. Возможно, надо осмотреться. Может, есть вторичная аномалия. Доктор, а это канадонт. Прожорливая тварь. Он уже съел приманку. Командир, канадонт? Доктор, может, он прятался в водоросли? Я загружу пару картинок для тебя. Командир, понял. Доктор, а что если я... Доктор Сангера дотрагивается до аномалии. Ее рука достигает поверхности воды, а за ней воздух. Доктор, ох, Уквилл. Так значит, я сунул руку в SCP-6634. Командир, так. Доктор, это пространственная аномалия. Доктор Сангера раздвигает водоросли. Видно дно озера. Доктор, хм, ставлю на то, что я могу войти туда. Командир, Индира? Нет. Доктор, я знаю, но живность, похоже, может путешествовать так без проблем. Командир, никаких заходов в пространственной аномалии без подготовки. Это из первого дня полевой подготовки. Доктор, я не должна, но... На пару секунд. Осмотреться. Это не навредит никому. Объект SCP-6634. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. В качестве входа в пещеру Мянхуа используется укрепленная стальная труба и лестница. Пещера остается запечатанной все время, кроме случаев проведения исследования на месте или обслуживания. Если необходимо войти в Мянхуну, экспедиция требует одобрения двух служащих 4 уровня и команду как минимум из 5 человек с запасом воды и еды на 2 недели. Требуется полное обеззараживание всех индивидов, выходящих из пещеры, чтобы предотвратить возможное распространение SCP-6634.
634 за пределы пещеры Мянхуны. Дополнение номер один. Были предприняты две экспедиции в Мянхуну. Первая экспедиция прошла без осложнений. В составе группы из пятерых, доктора Сангеры и четырех оперативников МОК, располагавшихся в провинции Юннан 20 декабря 2023. 7 из 10 известных видов, включая SCP-6634, были описаны во время первой экспедиции. Ввиду успеха первой экспедиции и низкого риска, вторая экспедиция состояла из двух человек, доктора Сангеры и агента Чена. Она была проведена 23 декабря 2023. Во время захода внутрь пещера обвалилась. Доктор Сангера поначалу выжила, однако пропала в SCP-6634-1 ввиду нарушения инструкции не входить в аномалию самостоятельно. Наверное, это не самая лучшая концовка и всего их в игре 4. Но именно такой получилась моя история. Еще можно просто досидеть до освобождения, можно узнать, кто же сожрал труп агента Чена и что там такое за водорослю. И можно просто помереть. Вообще крутая вещь эти интерактивные объекты, в которых каждый игрок получает какой-то свой опыт. Всем пока!